Действовать ограничения будут в дни, объявленные главой государства, нерабочими, вплоть до 5 апреля. Глава Кубани отметил, что буквально за сутки с момента обращения президента России бронирование гостиниц на Черноморском побережье резко выросло, особенно в Сочи. Президент в своем послании отметил, что дополнительная неделя выходных дней дана для возможности побыть дома, ограничить контакты и передвижение, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Это не неделя дополнительного отпуска или каникул. Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостиницы. Кроме того, временно ограничиваем авиасообщение Краснодар-Сочи, а также количество пассажирских автобусных и ЖД-перевозок. Предусматриваем возможность приостановить деятельность санаториев и предприятий, если там появится хоть один заболевший коронавирусом. Постановление губернатора опубликовано накануне. В нем также содержатся ограничения работы торговых центров, парков, точек общепита. Кафе и ресторанам теперь следует готовить еду только на вынос.